Я вас приветствую, друзья. Короче, лазил я по компьютеру и нашел вот это. В общем, это моя демка, наверное, 5-летней давности. Видимо, у меня замысел был сделать что-то вроде такой гитарной, романтической попсы, рок-трека в стиле, там, в духе 80-х. Типа, знаете, Калифорния, пляж на берегу океана, закат, обязательно закат, куча красного, оранжевого, неона, там вот это все. И люди гуляют, ну или пара какая-то одна там гуляет. И все это в такой замедленной съемке слоу-мо под вот эту музычку. И подумал я, надо что-то, наверное, сделать с ним. В ретро-вейв, синт-вейв что-то я не захотел уходить. Там свои какие-то фишки, заморочки. И в то же время в стиле там батин, гитар, рок а-ля Джо Сатриани и Стив Вай тоже не захотелось сделать, потому что есть у меня такая привычка сочинять такие музыкальные задумки на 1.5-2 минуты уже с законченной музыкальной мыслью. То есть от начала до конца там фразировка, гармония, такой полет композиторской мысли, да. И если делать это дольше, чем на 2 минуты, это надо уже там подзаморачиваться и уходить в дебри. Потенциала у этой, конкретно у этого, у этой демки такого нет, чтобы развивать его там дальше, куда-то там, в какое-то произведение. Поэтому сегодня я решил изобрести велосипед, а может, не я его изобрел, кто-то до меня это уже сделал. В общем, я решил совместить вот эту вот гитарную попсу 80-х вместе с чем-то современным. Что для этого я сделал? Я скачал с Ютуба 2 бита в стиле трэп, то есть только барабаны и все. Нарезал их как мне надо, вот они. Далее я под все это дело сделал бас в Guitar Pro и оживил его в FL Studio. Вот он. Точно таким же макаром сделал я в Guitar Pro и оживил в FL Studio синтезаторы. В данном случае пады, такие атмосферные. Ну и, конечно же, какой трек в стиле 80-х без прозрачной клин гитары с кучей хоруса, вот типа вот этого. Как нарулить такой звук, я показывал в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании. Ну и, конечно, под все это дело я уже сверху добавил лидирующие, солирующие гитары. Сами мелодии вот эти. Посмотрим, что получилось все вместе. Поехали!
Вот такой вот эксперимент я сделал, не знаю, опять же, изобрел я этот велосипед или кто-то до меня это сделал, типа какого-нибудь там Тима Хэнсона из Полифии, потому что под трэп-бит там он что-то, по-моему, играл где-то когда-то. В общем, вот так. Пишите в комментариях, удался ли эксперимент, понравилось ли вам. Мне, честно говоря, даже зашло такая, знаете, гармония из 80-х, аккорды сами, построение аккордов, гармония и именно мелодика. И такой качающий современный трэп-бит. По-моему, получилось прикольно. Я даже, наверное, сделаю отдельный трек. Чисто вот сам бит, бас, клавиши и вот эту клин-гитару. Солирующую уберу и оставлю ее там для фона, для каких-нибудь видео, там, распаковок или прочего. Или просто под сами видосы. В общем, вот так вот сегодня вот такой видос музыкальный получился. Опять же, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Это поможет продвижению канала. Ну, естественно, мне будет приятно. На сегодня все. Всем удачи. Увидимся.